Аэропорт Чебоксар приостановил работу. Основная причина – сокращение авиарейсов. Спрос на билеты в последнее время заметно упал по вполне объяснимой причине. Жители стараются не покидать пределы своего региона из-за коронавируса. А в штате аэропорта 234 сотрудника. Из них около 200 отправлены в вынужденный простой. Порядка 26 человек, а это охранники, юристы, бухгалтеры и административный персонал, останутся на своих рабочих местах. Управление республики выработало сейчас ряд мер на поддержку. Это и арендные платежи, и отсрочки платежей, и работа с нашими, вступили в конкретную работу с нашими контрагентами, это авиапредприятиями. Но я считаю, что это, я не считаю, я уверен, что ситуация временная, что мы ее преодолеем совместно с республикой, совместно со всей гражданской авиацией, со всей нашей страной. И я думаю, что по окончанию весенних месяцев мы все-таки будем отправлять наших пассажиров по нашим рейсам, которые до этого у нас были.